Хай, друзья, с вами Силпрово, и сегодня покажу механизм взрывные руда для Майнкрафта Pocket Edition. Наш механизм будет выглядеть примерно так: когда вы ломаете одну из этих руд, все эти руды взрываются, в том числе с этим рудом взрываетесь вы. То есть, если вы находитесь в пещере, вся пещера взрывается. Вот, например, если мы ломаем вот этот уголь, ничего не происходит. Но если мы сломаем вот этот лазурит, то все здесь взорвется к чертям собачьим, да, здесь сейчас все взорвется, и как видите, мы в том числе тоже можем взорваться. Если мы были в режиме выживания, то мы могли бы умереть. Но сейчас не то время. Ну что ж, давайте разберем этот механизм. Для этого вы должны поставить руду, под которой вы будете сделать этот механизм. Так, извините, сейчас я заберу вот эти свечки, чтобы они нам не мешали. Ну что ж, под этот, на эту руду вы ставите рычаг. Зажимаете рычаг, сюда ставите редстоун, но вы делаете все так же, как я делаю на этом видео. Сюда ставите факел. Как видите, факел тухнет, и рядом с этим факелом вы ставите, оставите вы, значит, что? Оставите вы динамит, да. Ставите динамит, чтобы он потом взорвался. Так, курица, выйди отсюда. Так, делаем так. Так, и вы можете продвинуть этот динамит дальше. Ни в коем случае не ставьте динамит рядом с редстоуном, так как динамит прямо сейчас же может поджечься и взорвать. Да, со мной так было, честно скажу вам, 3 раза. Я случайно его ставил, так как я путал местами, и просто у меня все взрывалось. Ну что ж, как работает этот механизм, вы ломаете эту руду, и как бы замыкание факела прекращается, и факел загорается. После чего данный динамит загорается, и здесь все опять же взрывается. Видите, сейчас все у нас заработал, так что я могу сказать, что механизм работает. Вот, ну что ж, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.